Сегодня заключительный день декады старшего поколения. Своих ветеранов поздравил и «Газпром Трансгаз Томск». День старшего поколения отмечается на предприятии каждый год. В Томске праздник состоялся в спорткомплексе «Гармония». Для начала гостям показали фильм о строительстве «Силы Сибири». Протяженность около 3000 километров, экспортная производительность 38 миллиардов кубических метров в год. Все это – магистральный газопровод «Силы Сибири». Основа крупнейшей на востоке России системы транспортировки газа и одно из ключевых звеньев восточной газовой программы, чью реализацию правительство России поручило ПАО «Газпром». Цель программы – создать в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единую систему добычи, транспортировки газа и газоснабжения, а также новый канал экспорта газа в Китай и другие страны Азии. Мы сегодня формируем коллектив, который уже не строит будет, а будет эксплуатировать этот газопровод. И, конечно, мы в основу берем те наработки, которые были сделаны в свое время вами. Все, что сделано, за это вам огромное-огромное спасибо. Слова благодарности в адрес бывших сотрудников ООО «Газпром Трансгаз Томск» звучали в 14 регионах страны. Знания и опыт старшего поколения стали хорошим подспорьем при реализации проектов восточной газовой программы. Пенсионеры испытывают гордость за то, что трудились в этой отрасли, и за то, как она развивается сегодня. Профессионализм сотрудников – залог успешного развития предприятия. На дне старшего поколения тем, кто долгие годы был предан компании «Газпром Трансгаз Томск», вручили благодарственные письма и медали. Примите наше искреннее желание крепкого здоровья, счастья, благополучия вам, вашим родным и близким. Своих бывших и действующих сотрудников компания поддерживает постоянно. На предприятии действуют специальные программы социальной защиты пенсионеров и оказания им материальной помощи. Ходим в спортзал и в бассейн, и, значит, в корпоративный, в институт, где там тоже проходят занятия. Также учили нас и английскому, и компьютерам. Помогать тем, кто трудился над сложнейшей задачей освоения и эксплуатации газовых месторождений и транспорта газа – один из главных социальных приоритетов ПАО «Газпром». Татьяна Снегирева, Алена Малышева, Антон Сухушин. Вести. Томск.